Всем привет, с вами Тоха, ребят. Хотел снять обзорчик на мод на ферму 17-ю. Многие, некоторые DOS играют на 17-й. Кстати, проверка микрофона. Раз-раз, новый микрофон купил. С наушниками посмотрим, как он будет звучать. Ну, ребят, на сегодня на обзоре комбайн Полесье GS12. Вот такой товарищ. Две жатки, одна кукурузная, другая зерновая, плюс тележка возить жатку, ребят. Давайте сейчас мы вот так, вот так, миленько миленько завелся. Привет. Маячок работает. О, дверь открывается. О, открывается мотор. Двери. Свет. А, вот что открывается. А, вот. Видите, ребят, опа. Можно посмотреть механизмы. А ну что-то мы открыли, все открывается, двери. Вон там тут какие-то механизмы, наверное, да? Щиток открывается. Такой аппарат у нас. Выключаем свет. Открываемся. Сейчас, подождите, ребят. Дальше будем смотреть. Так, ну что, ребят, сейчас покажу, как он выглядит в магазинчик. Это наш трактор. Комбайн, извиняюсь. Ребят, он продается, как обычно, уборочной машины. Вот этот аппарат. Комсельмаш. Он белорусский, ребят, в Полесье. 330 лошадиных сил. 600 литров бак у него. 25 километров в час. Скорость транспортная. А этот аренда 485 евро в день, ребят. Не, вот 12 тысяч, если его можно арендовать. 150 тысяч этот аппаратик стоит. Ни маленьких функций дополнительных, ничего. Жатки, ребят, продаются. Вот здесь жатка. Вот есть. Орс МН653. Это зерновая кукурузная. То есть зерновая и посолнух убирает, ребят. И вот такая есть. 7-метровая. Тоже это зерно убирает. Канолу, сою, пшеницу, ячмень. Если есть овес, убирает там. Рожь и все остальное, ребят. На 7,6 метров. Стоит 40 тысяч. А подкатная железка, ну это же, как ее, блин. Тележка для жаток, вот она тут подается. Трейлер 700 баксов. Стоит недорого, ребят. Вот такой аппаратик. Сейчас подцепим жаточку. Бункер у нас, походу, открывается. Ну да. Закрывается. Опа, зацепилась жаточка. Сейчас. А, нужно развернуть. Вроде все анимировано. Все крутится, все вертится. Вот эти механизмы все, ребят. Аж ремни свистят. Плохо, что не анимированные рычаги. Ух, стал замолчал. Так, вот тут у нас тележечка, сейчас мы подъедем. Наш Полесье, ребят, прикольный. Видите, флаг Белоруссии сверху. Вот, ребят, должен слышаться сейчас нормальный звук должен быть. Так как микрофон вроде нормальный, новый. Сейчас мы тут найдем правильную функцию. Так.
Не. Трошка. Она не цепляется. Может, это не сюда? Вроде должна быть отсюда. Че, что-то не отсюда, что я не могу понять. Че это отсюда, че не отсюда она? Мне кажется, не отсюда она. Это жилетка. Ну ладно, не будем заморачиваться, короче, ребят, с этой тележкой. Думаю, она вам ни к чему. Бой я не пойму ни хрена. Так, ребят, да, тут где-то наше есть поле первое. Сейчас туда мотнемся по Шурику, ребят. Проверим наш комбайн в работе. О-о. Походу можем и не выехать. А не, выехали. Слава богу, проехали. Тут еще такая дорога, хрен к тому полю подъедешь, блин. Сейчас, ребят, мы доберемся, не переживайте. Мы его все равно испытаем, наш комбайн. Вот такой аппаратик. 27 километров. Тут табло, он показывает скорость, обороты, температуру. Что там? А моточасы показывают. Еще что-то там. Давайте разложим его. Блин, нет, вот тут проезд. Следы оставляет. Пыль стоит. Нормально. Вот и наше поле. Экспериментальное, ребят. Кстати, тут болото. Грязь вроде есть, наверное. Попробуем. А, не заезжайте на губы. Ну такая грязь, конечно. Просто нарисована. Не как на дороге Кавказа, не на этом. Просто лужица такая. Так, давайте, ребят. О, все. Убираем. Да. Работает замечательно. Там работничка. Так, сейчас, ребят. Что, ребят, вроде работает, товарищ косит. Нормально, по-моему, сейчас работник развернется, немножко отвлекли, но ничего, видео продолжается снимать, ребят. Ссылочка будет на мод в описании, кому интересно, ребят, это мод на 17-ю ферму. Сегодня нашел, скачал, закинул. Они разворачиваются, красавчик. Тут, походу, нема коллизии в деревьях, да, нема. Деревья просто так. Сквозь деревья проезжает, ну а что сделаешь? Аппаратик. Бомбейский, ребят. Кому нужен, на 17, ребят, ставим, качаем. Смотрим. Кстати, пишем в комментариях, если кому интересна ферма 17, чтобы можно было снимать. Можем и 17 погонять. Там есть пару карт таких путевых. Можем и там понять, ребят. Ну что, на этом все. Все, ребят. Хай работа наша работает. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пишем комментарии, подписываемся, ребят. Кстати, пишем, как звук. Все такое, ребят. Всем пока. Ждите модов на 19-ю. Ферму тоже будут. 17 просто для проверки микрофона. Нашелся, записал, сделал. Жду вас, ребят. Сегодня будет Росомаха. И будет сегодня у нас ферма. Жду вас там. Всем пока.